Надеюсь, не рухнет. Я Александр Алёнин. Сейчас будет очередная песня. Офигительная. Для тех, кто в депрессии. Для тех, кто в депрессии, сейчас потерпите чуточку. Для тех, кто в депрессии, я постараюсь сыграть для вас, спеть. Ты сейчас в депрессии, это болезнь, это болезнь. Подожди, я записываю вообще. А, да. Это болезнь. Понимаю тебя, мой друг или подруга. Я понимаю тебя, как тебе тяжело. Как тебе тяжело. Это нужно просто лечить. Это просто лечится. Не совершай. Я прошу тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя. Все изменится, обещаю. Все изменится. Ты снова будешь видеть. Я люблю тебя.
ты будешь жить в любви навеки. Обещаю тебе, просто не делай этого, остановись. Подожди, пройдет немного времени. Найди место, где на тебя не кричат. Изменится все, ты будешь счастлив в этой жизни. Главное, не совершай резких, необдуманных поступков. Не совершай этого, прошу. Я люблю тебя. Хватит. Хватит тренькать. Что такое-то? Хватит тренькать. Да, хватит. Чего ты через шнур ничего не делаешь? Почему так громко? Могу потише сделать. Потише. Вот все. Так. Закрой дверь. Нет. Иди переделай твой сотовый телефон. Быстренько. Сейчас будут орать на меня. Все, хватит, закрывайся. Закругляемся. Желаю тебе счастья и желаю, чтобы ты подольше жила счастлива и всего тебе хорошего. А я закругляюсь. Все, выключайся. Все, выключайся. Вот, представляешь, я не играю в компьютер. Сейчас. Трусы одевай, я тебе постирала все твои трусы. Чё ж там? Представляешь, я не играю в компьютер, и мне говорят, даже когда я на гитаре играю, все, вырубаюсь. Так, чё штаны постирала, чё они валяются? Не знаю, подыми. Я просто занимался музыкой. Подымай все, музыкой ты занимался. Я даже не заметил, время прошло. Что все побросал, покидал? Занятия. Я просто бросил, потому что коронавирус. Давай быстро поднимай все, коронавирус. Сейчас. Я кому сказал? Слушать буду вас. Надо их отдельно держать. Кого? Штаны эти. Ну, потому что вот, верхний. Одевай. Первый. Давай тебе поднимай. Все поднимай. Я стираю, он все бросает, как попало, что попало. Ну, это... Вон, поднимай свою, то, что постирано. Оно просто упало, я не знаю, почему. Давай. И носки тоже. Что такое? Пылище, грязище. Я не вижу ничего. Да. Вон валяется. Смотрите. Поднимай. Чё стоишь? Где, чё поднимаешь? Вон внизу валяется. Да. Тебя кошка ждет там. Не дождусь. Она орёт всю весь день. Угу. Так, сотовый делай. И давай. Бабушка отдала этот самый... Что там делать с сотовым? Матрас. Не матрас, а... Так. Одеяло. И я вот думаю, делать его, вот оно мне лично не нужно. Мне нужно. А тебе зачем? А мне нужно, потому что мне холодно. А тебе всю жизнь холодно. А мне холодно, и мне нужно одеяло. Тебе всю жизнь? Зря вы ту кровать выбросили. Какую ту? Которая в саду была. Какая была в саду? Одевайся! Чё, вон я тебе ищу. Дала. Вон я тебе дала, вон они лежат. Нет, они не подходят. Подходят? Нет. Мне нужны другие. Саша. Вот, я уже нашел. Надеюсь, не видно там, а то запанит. Все видно. Надеюсь, там не видно. Забанят видео. Вот, что тебе не нравится? Хотя... Ты в них ходил. Да не нравится, они жмут моему... Ладно, все, хватит. Тебе где холодно? Тебе что холодно? Что тебе выбросили? Короче, кровать была, которая стояла вторая в саду. Ее что, выбросили? Это моя кровать с детства была. Хорошая кровать. Лучше там диванчик. Диванчик, да, нормальный, который раскладывался. Так вон диванчик такой же стоит в комнате маленькой. Раскладной. Что-то ты не хочешь спать на диванчике, который... Ты спишь на нем. Так у тебя диванчик на квартире. Чё, зачем вы притащили? Какой диванчик? У меня матрас там, этот. Там... Выкинь его в этот матрас. Ой, ё-моё. И будет диван. Почему Сергей не так не разговаривает? Не ведёт себя. Ну, Саша, ну зачем вы приволокли этот матрас? Он не нужен там. Диван хороший, какой высокий. Какой матрас приволокли?
Там матрас лежит. На этом диване невозможно спать, ноги упираются. Ничего там не упирается. Ты спишь здесь на кровати, у тебя упираются ноги, а длина такая же у дивана. Просто там, да матрас надо выкинуть. Ноги. Выкинуть упираются матрас. Ноги там. Матрас выкинь. Здесь тоже упираются немножко. Выкинь матрас там. Не надо выбрасывать. Он не нужен. Ты чё? Он там не нужен. Нужен. И тем более нужен еще один. Десять. Ага. Ни в коем случае не выбрасывай мне, давай. Ага. Я буду использовать. Ты как это, принцесса нога лошади? Тебе сколько не положи матраса? Пес, это вот издевается надо мной. Видите? Все меня унизили. Надо же так унизить матрасами. Это же вообще, ты просто мастер унижения. Так, почему посуду-то не вымыта, а? Давайте покажу. Мастер унижения пришел. Ты мастер унижения, троллинга. Посуда почему не вымыта? Почему ничего не убрано? Почему все валяется? Потому что я играл. Саша, марш отсюда, все, уходи, и нечего тебе здесь делать. А что, посуду не надо мыть, что ли? Иди ты нафиг, я сама уже помою. Надо было без меня все мыть, убирать. Все, шагай, завтра, чтобы тебя и у духа здесь не было. Парень. Что такое? Ничего не убирается с тобой вообще. Yes. Поел, все покидал, раскидал. Опять ты что сидишь здесь? Ты должен убирать за собой все. Элементарно. Я быстро уберу сейчас. Позерство. Вот вы видели, как оно меня унижает? Это вообще просто генератор унижений. Ты можешь там в комментариях не убираться, меня дома унижает еще больше. Про матрасы, там, про всю эту всю тему, блин. Это же надо так. Матрас. Принцесса хорошая. Это же надо, блин. Матрас, моя принцесса. Ну вообще. Жесть. Я, конечно, выложу это, когда меня унижают, чтобы вы подумали, что вы пишете в комментариях, это каждый день я слышу, каждый вечер, с детства, в принципе.
Ну там, кто там пишет хейтерские комментарии. Я не знаю. Блин, а сколько же это нелепое видео получилось? Нет? Оно нелепым будет, потому что я его выложил. Другой бы не выложил, он бы скрыл это, свой позор, что его мама так троллит. А я выложу. А кофе. Никто не будет меня, никто меня не так не воспринимает всерьез, не будет. Какая разница уже. Но когда так постоянно унижают, то человек, у человека могут психические болезни развиться. И когда ребенка с детства так унижают, всегда есть такие родители жестокие. Ну, у меня нормальная, добрая, но... Если так постоянно, каждый день унижает, то он вырастает как бы поврежденной психикой. И это факт. Да. Натираем сковороду. Давай. Осталась последняя сковорода. Мой фюрер. Открыто. Мой фюрер. Саша, не, терпеть не могу, когда все вот так открыто. Вот мой представляет. Я не Саша, я Толян. Толян. Тебе помню. Саша. Нет, я Толян. Это ты там помыть хочешь? Толян — это тот, кто сидит дома и делает обзоры, живет с мамой. Ты не живешь с мамой, иди отсюда. Я хочу Толяном быть. Вот и съездить, проходи отсюда. Нет. Не сделайте себе. Я хочу на гитаре поиграть немножко. Иди он себе не проиграет, проиграй. Там хрен поиграешь. Чего тебе там опять не льется? Что еще мыть? Я вроде все помыл. Не знаю, Саша, мне голова болит, отстань. Все помыл. Воду вытери всю, чтобы нигде воды не было. Характер. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Все, уходи, давай отсюда и не нервируй меня. Не нервируй. Это я слышу, да. Я нервирую, да? А кто? Я. Ты разрешишь. Нифига себе. Это же ты меня троллишь постоянно. Ты же постоянно меня троллишь. Потому матрас. Что ты не работаешь, ничего не делаешь. Ничего не делаю, да. Сейчас никого нет, да. Дал тебе последний день. Сейчас коронавирус там. Все, шуру давай. Все, шуру давай. Ну так. Вытри только нам всю воду. Вытру сейчас. Вытри всю воду. Yes, sir. Кошка побежала к матери. Yes, sir. Вытри всю воду, так. Вытираем воду. Хотя она сама высохнет. Но немецкая педантичность, она просто поражает. Необходимо все вытереть.
Ну вот еще виноват, еще там виноват в чем-то перед фюрером. Да. Ну так, короче, я живу на Марсе с Гитлером. У Гитлера на базе. За кошкой не, типа, не убираю. Нет, что-то здесь. Там все нормально. Унитаз грязный. Не знаю. Все, у меня голова болит, я пришла в тему. А ты что, не ходишь? Почему ты зефир-то не ешь? Отвали ты мне этот зефир. Он же тебе полегче станет. Мне полегче будет, если я буду лежать и ничего не делать, как ты, дурака, блядь. Да. Ты мне компьютер, когда мне сотовый сделаешь? Иди, что, давай, что там делать? Давай иди дома. Че, давай, где сотовый? Пиздельник я, лоботряс, я маменькин сынок. Че? Че тут делать? Ну, я так им и мыл. Я мыл этим средством. Ты видишь, поставил специально. Я восхищаюсь тем средством, но я мыл этим средством. А почему? Так ты должен был вымыть, а потом помыть еще раз раковину? Мылом. И раковину. А, мылом еще промыть. Да, чтобы не пахло этим средством. Да, немецкая педантичность, и, чтобы... Он же плохо смывает. Оружие промывает там, собственно. Да, фюрер. Жесть какая. Ну, я допью, чтобы не пропало. Там же просто вода. Ну и что? А что? Там компот был. Еще тут. Пропущенный вызов. Что это не в порядке? Передача данных. Не жил один. Ой, господи, вот бесконечно начинается. Ты не жил один, не жил один. Я жил один, я даже ну, спал, ты, спал не, на земле. Не, в, Мос... в чужом городе, в Москве, спал, обживал. Мой старый сотовый телефон и что-то нету интернета. Куда он делся? Почему здесь интернета нету у меня? Почему нету Яндекса? Я же тебя просила Яндекс восстановить. Ты не восстановил его, только Google. А? Сейчас. Где Яндекс? Ты посмотри, есть интернет вообще? Его нету. Да есть. Где он? Сейчас проверю. Если нет интернета, какой смысл вообще ставить симку тогда, если нету интернета? Мне нужен интернет. Тогда будут все приложения работать. Вот интернет есть. Есть? Я зашел на себя страницу. Причем здесь твоя страница? Где Яндекс? Сейчас его установим. Зачем мне здесь? Мне нужно вот здесь, вот, чтобы все было. Сейчас установим. Ставь симку сюда, чтобы я пользовалась своим сотовым телефоном. Вот этим? Да. Чтобы все было так же сделано. Все приложения. Яндекс в первую очередь был. Яндекс. Яндекс? Да. Ну ты же видишь, там же было уже все в моем телефоне. Сейчас просто не стало его. А так-то все было. Сейчас я заскриню это, то, что тебе нужен. Тебе нужен дубль ГИС или нет? Мне не нужно это ничего. Мне нужен вот Яндекс нужно. Красноярск. Энергосбыт. Энергосбыт. Автобусное приложение. Переводчик. Сейчас заскриню себе скину. WhatsApp, Viber. Так, сейчас по Bluetooth скину себе. Сюда, иди сюда. Иду.
Иду. Ой. 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 Тебе вот нужны такой толщины одеяла? Нужны. Одеяло. Нужна. Такое. Как войну-то выживали? Как ты нужна. Знаешь? Как войну-то? Саша, при чем здесь война? Война была недавно. Соли, иди делай. Нужно одеяло. Нужно одеяло мне. Нужно. Нужно мне одеяло это, и матрас этот нужен, и миллионы матрасов мне. Потому что мы будем, ты же Гитлер, мы же будем нападать там. Где ночевать будем? Спать-то где, солдатам? Kennedy, I ain't got no remedy, baby. Bucket full of ketamine, methamphetamine. Put me in the limousine, drive me to destiny. Pussy on the leather seats, music and ecstasy. She don't think I'm sexy, but I can't let that get to me. Fuck her till she reckons, then she keep coming next to me. Keep coming next to me. Fuck it, give me head, she gon' keep giving neck to me. Fucking in your bed, she gon' leave coming with the sheets. I ain't got no chill in me, girl, you can envy me. Так, сейчас. Bluetooth. Lenovo. Let my memories feed me to my enemies. Lead me to death, I'm Lil Kennedy. I ain't got no remedy. А потому что я принимаю антидепрессант, отечественный, дешевый. И уже 2 недели, как примерно. И потому что солнце. И потому что я нарисовал хороший рисунок. Так я же тебе показывал, вот. Я же тебе показывал. Вот, смотри, какие. Смотри, какие рисунки. Просто у меня нету материала на краской, чтобы рисовать, а я хочу краской. Так ты нарисуй это черным и в большом формате. Нарисую. Получится. Получится, почему? Можно маркером нарисовать. Маркер это что? Это же толстый такой стержень. Это толстый этот фломастер. Ну да, только не вот не тоненькой этой будет ниточкой рисовать, в смысле получше. И он дольше. Да. А толстый такой? Толстый, да. Еще его заправлять можно вроде одеколоном или чем-то. Все, фюрер, отдыхать после... Короче, жесть вообще. Жаль вообще, что так все сложилось в этом мире. Я бы хотел просто изменить эту систему, не быть ее частью. Так, что делать? Feed me to my enemies, lead me to death, I'm Lil Kennedy. I ain't got no remedy, booty me. Bucket full of ketamine, methamphetamine. Put me in the limousine, drive me to destiny. Pussy on the leather seats, music and ecstasy. She don't think I'm sexy, but I can't let that get to me. Fucking t-shirt and she keep coming next to me. Come keep giving neck to me. Записывать? Чего? I ain't got no chill in me. Girl, you got envy me. Симку
Так. Я устроился работником в этот МТС. Телефон чиню. Laser seats, music and ecstasy. She don't think I'm sexy, but I can't let that get to me. Fuck you till she red, she don't keep coming next to me. Fuck you till she dead, she can't keep coming next to me. Так, теперь нужно сюда синьку вытащить. Отключаем. Потому что кофе попил еще. Оно бодрит. Так, все выключил. Теперь этот открываем. Почему я такое сделал? Потому что я паразит. Я все не паразит. Давай. Say don't see me less, I pull up Lamborghini. Everybody wanna be me till I pull up and they meet me. I'm a dad, so sweetie, I've never had a meaning. Just another fucking junkie, drain my blood. Don't be greedy, leave some liquid for the scary pennies. That way my memories feed me to my enemies. Lead me to death, I'm little Kennedy. I ain't got no remedy, bury me. Pocket full of ketamine. Limousine, journey to destiny. Pussy on the laser seats, music and ecstasy. She don't think I'm sexy, but I can't let that get to me. Fuck you till she right, she think coming next to me. Fuck you, give me fat, she go keep peeing next to me. Fucking in your bed, she can't leave and exhibit the shit. I ain't got no chill in me, bitch, you can envy me. Girl, you got envy me. Lamborghini, everybody wanna be me till I pull up and they meet me. I'm a dad, so sweetie, I never had a meaning, just another chunky drain of blood. Don't be greedy, leave some liquid for the centipede. When my memories lead me to my enemies, lead me to death, I'm Lil Kennedy. I ain't got no remedy, better me. Pocket full of ketamine, methamphetamine. In the limousine, drive me to destiny. Ставить бы ей флешку нормально, значит, чтобы было место там у нее. Давай флешку поставлю, что она разорвется. Флешку я поставлю, а может лучше не надо этого. Разорвется все равно. Ладно, давай без этой, без карты памяти будет. Хотя лучше было бы с карты памяти. Таблетки. Перезагрузить телефон, вот все, перезагрузка. Принимаю флоксетин, одну таблетку и терлижен. Это у меня сколько осталось.
синдром беспокойных ног мучить. They don't see me less, I pull up Lamborghini, everybody. Just another fucking junkie, drain my blood. Don't be greedy, leave some liquid for the centipede. That way my memories feed me to my enemies. Lead me to death, I'm Lil Kennedy. Сим-карты две. Какая из них лучше? Передача данных. Сейчас проверим. Сейчас разберемся. МТС РУС 2G. Че это за фигня? Приложение браузер. Выборочный снег. Полный снег. Пин-код, я че знаю. Пин-код? Она сама не знает. Короче, она не знает сама пин-код. Так, симки две вставлены. Все. Яндекс, вот он. Вот Яндекс. Вот здесь. Яндекс, вот. I ain't got no chill in me. Girl, you got envy in me. Все здесь есть. Что это вообще? Яндекс есть, все есть. Что надо? Яндекс, это же вон вторая. Второй вид Яндекса есть. Яндекс. Вот он, Яндекс. Давай, приносись. Два Яндекса в одном. Так, Play Market заходим. А, уже все. А, нет, еще снимает. Мне удалось выполнить вход, нет подключения к сети. Так. Так, передача данных включена. Ну, передача данных. Что он отключается?
Ну все, передача данных. Все должно работать. Давай. В Play Market включайся, давай. Вот. Проверка. Блин, там нужен почта. Капец. Ну, почту не может завести. Блин. То, чтобы в это зайти, нужно, наверное, почту завести на Гугле. Придется свою. Блин, давай просто создадим. Забыли адрес. Блин, какая плохая клавиатура. Неудобная. Скопируем на всякий случай. А то опять вводить. Ну далее. Ну, видишь, я слушаю одну песню, зациклен, потому что я болен. Добро пожаловать. Введите пароль. Я что, знаю пароль, блин? Охренеть, я пароль не знаю. Какой пароль-то у тебя? Ты ёб... Какой пароль? Вы... Блин, я же не знаю твой пароль. Сейчас, подожди-ка. Прослушать хочу. Тут непонятный текст, я хочу прослушать его. Ну? Ни хрена себе. Что это за дичь вообще? Блин. Забыл пароль, да. Я сейчас опять. Мой намес. Блин, это просто жесть. Лучше создать новый аккаунт. Блин, я лучше новый создам, я не знаю, что делать. Play Market. Продолжим. Создать аккаунт для себя. Put me on.
Keep me in methamphetamine. Put me in the limousine. Лара Крофт может создать такое. Блин, номер телефона. Давай, попробуем. Далее. Далее. Где СМС? СМС нету здесь. Это очень плохо. Никому, может, пришлось. Блин, где СМС? Нету. Нету СМС-ки, нету. А, здесь неправильно. Клавиатура фиговая. Давай, одна. Давай, давай. Код присылай. Оп. 370-839. Подожди. Какая разница? Так, создаем сейчас. Добавим номер. Понимаю. Ой, моя мама вообще. Проверка его, проверка. Как всегда, проверка. Вы можете включать, Блин, надо убрать эту хрень.
Так, вы можете включать, всякая фигня. Что не указано? Блин, реклама теперь всякая. Начая. А вот. Ой, блин, уже бледный наложил. Так. Сейчас посмотрим, что тут не хватает. Что тут есть? Яндекс есть. Вайбера. И этого нет. Понятно. Сейчас сделаем. Сообщение. Давай установим Вайбер. Установить. Давай. Чё тормозил? Нажал. Я нажал. Чё ты не нажимаешь? Чё нельзя восстановить? Окей. А это тоже нельзя. Ничего не нажимается на кнопку. А во, устанавливает. Ожидание скачивания. Он хоть будет скачивать, нет? Какое окошко. Ну, если интернет есть, он будет скачивать. Интернет есть. А, вот скачивают. Просто медленно. Чё мне за фигню показывает? Продолжение давай. Игры нафиг не нужны. Давай Вайбер сейчас установим. А, он уже установил. Потом что еще нужно там? Только Вайбер нажимаюсь. Что там нужно? Установить. Так.
Так, теперь надо установить Красноярск. А, Бастайм надо установить. Еще. Красноярск надо забыть сейчас. Кровопийцы. Такая маленькая цена, конечно. Что-то мало людей пользуется. А, ладно. Че еще надо там? Нифига себе, оценки какие плохие. Жесть. Двойку поставил. Что, останавливается? Так.